Всем привет, народ! С вами я, Паша. Я Верховный Жрец Смерти. Буду играть в игру Peace Death. Вместе с вами. Прекраснейшая игра. Чудеснейшая. Россия. Ой. Секундочку. Так, народ, мы возвращаемся. Я вошел в свой аккаунт, а там вы еще посмотрели. Это русский язык. Остановитесь. Продолжить. Так, мой аккаунт включился. Что ж. Так, вверх-вниз. Кушать хочется, да? Ты идешь к холодильнику. Открываешь холодильник. Там пусто. И летит перекати поле. У тебя назрела идея. Ты увидел телефон. Ты переместился к нему. Ты ответил. Хочу есть. Еда равно деньги. Еда равно деньги. Деньги равно работа. Работа ЗБС. ЗБС. Хорошая работа. Апокалипсис Инк. Корпорация Апокалипсис. Добро пожаловать в компанию Апокалипсис, Жнец. Теперь ты подчиняешься мне. Осмотрись и принимайся за работу. Война. Луки, стрелы, автоматы. Ничего надежнее молота. Я 100% веган. Обожаю брокколи с мясом, но без брокколи. Я на сегодня закрыт для всех. Ты различаешь грань между выбором из одного и судьбой, Жнец. Работать. Младший стажер. Играть. Сегодня твой первый рабочий день, Жнец. Поэтому самое простое задание, с которым ты не напортачишь. Чертей отправляй на левый лифт, в ад. Людей отправляй на правый лифт, в рай. Приступай. Вот это ритма. Куда? Молодой человек, до свидания. Как я так напортачил? Иди сюда, молодой человек. Сюда, молодой человек. До свидания, молодой человек. Здравствуйте, молодой человек, здравствуйте. Добро пожаловать в рай. Здравствуйте, добро пожаловать. Верните меня обратно. До свидания, молодой человек. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. Заходите. Ладно, давайте почитаем. Я везу важный груз. Пропустите. Привет, брат. Иди вон отсюда. Мне не понравилось на Марсе. Там зло. Понятно. А за Мадзоге это я. Прикольно. У меня большое IQ, я так и понял. На самом деле, это все игра. Ах ты, хочу в Норвегию. Хотите? Делай мне больно, пока. Угу. Ники. До свидания. Я думал, что засыпаю, понятно. Я только... Погрела воду в тот проект. Ну, что логика. Сам сатана, мой отец. Я бы его за это в ад отправил. Ты уставился на мою щеку? Мне не страшен кристаллик. Что с моей рукой? Работа выполнена. Только вот я с одним напортачил. Ранг А. Ух ты. Особый гость. Я бы пошел замуж за Криса Претта. Я не знаю, если честно, кто это. Так, одновременные эффекты, время плюс 60, хрень, авторитет, дополнительное влияние всаднику-заказчику. Вот это я бы взял. Авторитет, да? Идет 12. Я время, что ли? Я время взял!
Черт. Ну ладно. Сегодня другие жнецы наткнулись на забавную вещь. И вот что я скажу, жнец. В попытке заслать своих чертей в рай, Люцифер начал наделять людей своей демонической силой и рогами. Сегодня и отныне все, кто носит рога, должны быть отправлены в ад. Приступай. До свидания, молодой человек. До свидания. Здорово. Охота, маэстро. Понятно, до свидания. До свидания, молодой человек. До свидания. Где же я? Здесь. Нам что бежать. Здорово. Адам от ДГТС. Здравствуй. Я была в арт. Поздравляю. О нет, теперь я как все. Понятно. До свидания. Ах, как ноги затекли. До свидания. Я теплодил. Все заметил. Диват. А можно мне обратно? Не, нельзя. Иди вниз. Спасите меня от космопехоты. Кто это? Кто мне скажет? До свидания, молодой. В аду душно. Все качаются, понятно. Моя фраза не уместилась. Прикольно. В моем рюкзаке пусто, честно. Я так понял. До свидания. Так, давайте побыстрее. Посмотрим, хотя у нас 60 секунд, так что... здравствуйте. До свидания, молодой человек. Япона. Господи, сади. Как я так портачил, знаете, а? Я не знаю, как я так портачил. Ранг А. Плюс 250. Это Владимир Владимирович? Это Владимир Владимирович? Очень мой доктор. Это кошмар, жнец. Завтра проходит симпозиум смертельных болезней. Я приглашен туда единственным и почетным лектором. Ведь нет никого настолько же умного, как я, разбираться во всех болезнях. Но дело в том, что мне нужно кого-то оставить и тут. Поможешь мне отработать день в мою пользу? Я знаю, как тут игра работает. Починка. Смазывают, его не знаю, починят, но... Еще раз. Спасибо, до свидания. Так, сегодня люди начали использовать оружие, жнец. Оружие — это такие опасные вещи. С ними в рай путь закрыт, как рот нашего жирного голода для здоровой пищи. Понятно. Всех, кто попадает к тебе с огнестрельным или холодным оружием, отправляй в ад. Вперед! До свидания. 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 Я невероятный, да, я так и понял. Дело, кстати, его в рай не отправил. До свидания. До свидания. Сюда, малыши. Сюда. Я же заметил рога. Но нажал на тебя. Ладно, одна штука не удалит. Да вы издеваетесь. Перебрай кого-нибудь. Воу, красавчик, брат. Ну вот видите, а там 250. О! Стажёр. Воу, класс. Нам сюда Дональда Трампа завезли. Прикольно. Сделал Америку великой снова. Опа, война. Обожаю воевать. Эти трое очень далеки от настоящего смысла жизни, жнец. Ты работаешь не на меня, но я хочу предложить прикоснуться тебе к прекрасному и отработать следующий день в мою пользу. Не бесплатно, конечно. И кроме оплаты, ты получишь вагон самоутверждения и мужественности, жнец. Как тебе такое? Воистину, мужское предложение. Сюда. Убермощный военный корабль Man of War прямо сейчас ведет ожесточенную перестрелку с пиратским фрегатом.
Как ты знаешь, я очень люблю пиратов. Мы все их любили из-за прекрасного черепа на их флагах. Но у них совсем нет шансов против опытных канониров Мановара. И тем более против большого количества солдат, которых вмещает это чудовище. У тебя есть отличный шанс избавить нас от дополнительных хлопот, если мы вызовем сильный туман. Тогда пираты смогут уйти от обстрела и остаться живыми на какое-то время. Для этого всего-то нужно совсем немного заплатить Гермес Скорб за зелье тумана. Я не против. Мы просто вылим его в воду, и все случится. Так, написано в инструкции на их сайте. Минус 100 у жнеца, у смерти, и плюс 100 у войны. Ну, пожалуйста. Мы на коне, жнец. Теперь надо копить деньги. Починка, вклад 5. Получить 10 черепов в случае победы. Давайте. Классно. Ты знал, жнец, что средний человек носит в себе до 5 литров крови? А некоторые носят ее на себе, между прочим. Чтобы не испачкать пятнами такой белый и чистый рай, всех, кто в крови, отправляй в ад. Стартуем. До свидания. До свидания. Вот туда летите, брат. До свидания. Чуть-чуть пахнет. До свидания. О! Здорово! А можно мне в женский район? И в женский ад. Мне кажется, это не ранг, а? Но я, наверное, переиграю этот уровень, если... Нет, это ранг, а, слушайте. Обожаю вы... А, это уже было. Нет, я тебе говорил. Без ветра. Туман рассеивается дольше. А. Это типа нам плохо. На один признак меньше на каждом клиенте. Понятно. Без ветра. Ну, то есть я понял. Вот этот туман, вот этот вот, который видели, появился при смешивании, то же самое. Он дольше разветрится. Шляпа и головные уборы спасают от холода и от ветра. Но здесь шляпа мешает нашим правильным решениям. Те, кто попадает сюда, могут прятать под шляпами рога. А рога — это признак ада. Снимай с клиентов шляпы, чтобы быть уверенным в своем решении. День начинается. Так, шляпа. До свидания, молодой человек. А тебе можно. А тебе нельзя. Тебе абсолютно нельзя. Нельзя. Можно. Нельзя. Нельзя. Можно. 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 Если вам показалось, что там это... Можно. Нельзя. Нельзя. Абсолютно нельзя. Абсолютно нельзя. Ага. Болился. Рай. Ад. Рай. До свидания, молодой человек. Все происходит. Так, друзья, мы продолжаем. У меня почему-то игра залагала и ничего работать не хотела. Странно, не ждал, что такое произойдет, но мы заново это делимся. Ты чистый. Чистый. До свидания. Мне показалось, что мне стоит правильно. Я сейчас подумал, что это даже не так. До свидания. Странно, но она же типа... Они же типа индейцы, они должны с ножами ходить, они же охотятся. Оп, шапка. Почти всегда признаю шляпа, это признак... Вот что было на самом деле.
Рай, ебать, это я. О, ничего себе, под банданой смог. До свидания. До свидания, вообще тут пират какой-то. Хотя его всегда спасал. И станет тебе не страшен, друг. Вот так это делается. Аню. Стажер превращается в старший стажер. Прекрасно. Ну пока. О. Обожаю. Да. Ты нам все это рассказывал. Страх многих живущих на планете вырвался наружу. Британские ученые при разработке лекарства от гриппа совершили ошибку с подачи чумы. Конечно же, и открыли совсем не то, что хотели. Теперь Лондон погружен в густой туман и населен зомби. Но не все потеряно, жнец. Укушенных, но не превращенных людей еще можно спасти. Точнее, отдалить их превращение. Мы связались с неким Кайлом Крейном. Кто же такой Крейн? Те, кто знают, ставьте лайк под видео. Это отсылка к Бэтмену. И ему нужна наша помощь в транспортировке работающего антидота. Крейн, да? Да, Крейн, это Бэтмен. Своими руками ничего доставить мы не сможем. Но есть одна бесстрашная курьерская служба, которая готова выполнить эту работу. Это стоит немного денег. Что скажешь? Да я согласен. Все во имя нашего блага. Благодарю. У меня уже 1000. О, авторитет. Я бы хотел взять авторитет. Ладно. Так. Один из самых кровавых дней, жнец, наступает сегодня. Так много крови, что теперь нужно смотреть под ноги. Лужи крови, которые грешники оставляют под собой, явный признак плохих намерений в аду. Им самое место. Начнем. Ах, да. Приготовься к неожиданным катастрофам, жнец. Во время них... Ограничено. Разберешься. Катастрофа! Тихий унали отцов и сорвались с обрыва. А нет! Типа и теперь у этой добавилось. Чумы добавилось ко мне в 3-7. Черт. Как ты так и заделался? Я понял то, что он в рай надо спать. Ну зачем ты нажал на рай? Провалил. Да, плюс 25 очков. Черт. Да, обожаю воевать. Да. Ты мне даешь сколько? 20 черепков, ты охренел? О, авторитет. Вот это я возьму. О, смотрите. Твой первый выходной день, жнец. Хотя в выходные ты тоже работаешь. Сегодня для тебя сюрприз. Тематический день. Используй свои накопленные знания в окружении жителей Древнего Египта и выполни свою работу правильно. Потом. Что? Приступай. Иди. Маска чистая. Ну, я думаю, типа это маска, и так не типа. Адский рогатик, они не знаю. Рай, хорош, иди, до свидания, иди. До свидания, кому мне, ходить подковать надо? Бохра, как... Парень, чумой, знаете, как это? Я тебе сейчас дышу, леопатов, чтобы не так. Ой. О, видите? Я очевидно с каждым днем буду ошибаться на легких вещах. Ну что ж, мы целую неделю
За 19 минут прошли. Детектив. Неплохо. Новые клиенты. Клео. Ага. Пацан какой-то. Пацан. Иисус. А еще пацан. Анубис. Ты не задолбал. Честное слово, братик, ты задолбал. Без профилактики. Лифты и стражник работают медленно. До свидания. Что ж, давайте еще парочку дней. Первая неделя закончилась. И в качестве приза мы открываем чистилище. На самом деле, оно было закрыто на ремонт. Это просто совпадение. В чистилище попадают грешники, которые осознали свою неправоту при жизни. Сегодня и отныне, в чистилище любого клиента, кровь под ногами которого может быть смыта, как и его грех. Поехали! Ах да, чуть не забыл. Возможно, ты уже заметил, что иногда ты получаешь больше черепов. Это все твоя интуиция. Если отправить клиента без манипуляций над ним, то ты получишь дополнительные черепы. Блин, это довольно-таки, ребят, серьезно, довольно-таки... Ребят, я в этой игрушке рак, так... Хорошо, как тебе, вы меня в комментариях на стрелбаться стали делать, потому что ну, я рак в этой игре. Я не... А, не стрел. Что я думаю? Иди. Дональд! Построил стену, да? Эйнштейн. Может, рай мне дадите? Просто... Или еще медленнее что? Ну, ты как медленно на лифте едешь просто. Какой же лох. Ну, хотя бы оранг. Обожаю воевать эти тро... Дайте мне поговорить с обзором. Люди объявили голодные игры. Открытыми, жнец. Это игрище брендированное голодом, и на которое творится безбашенное веселье не без помощи войны. Меня не устраивает такое положение дел, потому что в случае успеха эти игры будут повторяться год за годом и могут проникнуть в другие точки времени и вселенной, принеся вместе с собой множество жертв, с которыми придется работать нам. Поэтому у меня есть отличный план сбросить на них водородную бомбу, чтобы голодные игры не стали достоянием общественности. Нужны средства, жнец. Эдвард Теллер... Не, не слышал ни разу, незнакомое имя. Обещал предоставить свое изобретение. Если вы знаете, кто такой Эдвард Теллер, или это, может, просто придуманное имя, то пишите в комментариях. Как смотришь на это? Нет, братик, сори, у меня чуть-чуть денежек не хватило. Так, мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь устать у них в загробной жизни. Люди считают, что кровь смывается только кровью, но мы дадим существам шанс. Если кровь с тела оттирается, опаляет таких в чистилище. Поехали. Привет, жнец, это твой босс. Так как ты уже достаточно умен, то будешь помогать прикрепленному за тобой новичку по телефону. Это твоя обязанность, и она не обсуждается. Разберешься по ходу. Не подведи меня. До встречи. Алло.
Привет, я твой стажер. Мне сказали, что я могу обращаться к тебе за помощью в спорные моменты, и тут как раз возникла необходимость. Вот описание. Хмурится, не отдает оружие, напевает калинку, ковыряет носу, думаю его в рай. Нет. Я тупой, я знаю, я тупой. Жнец, доброго тебе дня. Есть до тебя с очень странным типом. Вот описание. Щипает себя, крепко сжимает оружие. Хмурится, думаю его в чистище. Это что он делает? Стерлась, рога, до свидания. До свидания, молодой человек. Убивать нельзя, рыбом. Что ж происходит? Пожалуйста, остановитесь. В смысле, там не было крови на теле? Стирается она, и ты можешь случайно в рай отправить. Вот я отправил, потому что забыл, что там стирался, и я отправил. Я знаю, что я работаю медленно, но я просто зачем был заработать. Блин, мне кажется, у меня... Нет, это танка. Уравнитель. Неплохо. Нет, я-то не обожаю его. 175, 150, 175, 25. Ну, блин. Чёрт, и 25. Как я так супану? Время плюс 30, починка. Так, оружие не всегда приносит вред, жнец. Иногда его влияние не так явно, как может показаться на первый взгляд. Отнеси все, кто... Отныне все, кто находится в себе силы выпустить любое оружие из своих рук, должны быть отправлены в чистилище. Вперед, жнец! Оружие не было. Вон отсюда. Вон отсюда. Драйзи. Внимание. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Здорово, брат. Здравствуй, жнец, новый клиент, я таких редко встречал, нужна твоя помощь. Вот описание. Бледный, прибит сосок, пытался поспать. Отправить его в рай. Где же я? Я сказал. Отпустил. Тише. Вот. И сейчас я на... Катастрофа, нет. Ну. Тише. Рай. Ап. Рай. Рай. Тише. Рай. Рай. Черт! Тяжело, что я на последнем запорол. Мои приветствия, жнец, клиенту вызвал меня сложнее. Вот описание. Танцует, смотрит на меня. Под ногами лужа крови. Отправить его в ад. Да. Что-то я, конечно, с этими катастрофами. Ты поступил ты поступил верно, хоть и предсказуемо. Иисус. Минус 100, минус 100, минус 75. Иисус, ты Бог! Сегодня я убил 7 миллиардов существ во многих временных промежутках, нет. И это самый продуктивный из моих дней. Но сегодня мне хочется отдохнуть.
если ты посодействуешь. Отработай следующий день в мою пользу, и у смерти будет меньше работы на сегодня. Как тебе? Иначе мне придется заняться своей работой. Заточение клиентов в хрупкие клетки. Не понял. Кто-то явно пересмотрел некачественных сериалов или нет. И не знаю, почему адский признак должен быть настолько броским, но если тебе попадут с красным блеском в глазах, не раздумывая, отправляй их в ад. Ты приступай, а меня ждет Тардис, то есть... Привет, доктор, кто? Здорово. это... Я понял, короче, это закрыто, но это плохо. Так, ты задолбал. Это не все, это не все. Меня зовут Джон, и я в бегах. Кто знает, к чему отсылка, скажите. Вот хотя бы, мне забрали, у меня проблемы с интересным клиентом. Описание, попросил стакан воды, терпит сосок, бледный, кишет зад, думаю, его в ад. Терминатор, покажи мне Джона, ты мне не нужен. Братик, до свидания, иди в ад. Это отсылка к Терминатору, да? Я просто Терминатор, честно скажу, я Терминатора не смотрел. Ну, все части, по крайней мере, и не знаю. Что дела, ты только послушай. Смотрите, там Терминатор плыл. Я только заметил. Привет, как дела? Ты только послушай, кто пришел, у меня же возникли сомнения. Вот описание. Хлопает в ладоши, небольшие рожки, широко улыбается, вот, правильно. До свидания. Чистяк накрою, хорошо, что промахнулся. Ставит, но очевидно, клиент. На клиентах прям очевидно, что ставит ловушку. Я Тимур. Здорово. Яблоки на ковыль. Привет, как дела? Новый клиент. Я таких редко встречал. Нужна твоя помощь. Потерял интерес, крутил на голове, попивает калинку, отправить в рай. Что-то, нет, спасибо. Я напился сегодня уже. Спасибо, я выжил лишь благодаря тебе. Не за что. B+, это уже не... Ну ладно, народ. На этом классном моменте мы будем с вами заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.